Начало рабочего дня. Собрать необходимые анализы, навести порядок в палате и, конечно же, не забыть пообщаться с маленькими пациентами и их мамами. Работа для Нины Капустиной – это жизнь. Вот уже 45 лет, как она санитар, и ни разу за столь долгий срок сменить работу даже не помышляла. Люблю работать, ходить по палатам, с детьми разговаривать, убирать, за ними смотреть, покормить, поиграть. Вот это моя самая работа. Помимо выполнения своих прямых обязанностей, Нина Петровна всегда рада помочь мамам малышей присмотреть за детьми, поиграть с ними и просто одарить теплым словом. Своей добротой и порядочностью она вызывает уважение у абсолютно всех родителей в отделении. Она отзывается, если будут вопросы, там помощь какая-нибудь пригодится. Она отзывается, хорошо относится к нам. Ну, с детками, если попросим, там поддержать, присмотреть, помогает, да. Нина Петровна общительный человек. Она и с детками посюсюкается, пока делает уборку. И так общительный человек, со всеми как-то поддерживает разговор. Все свои обязанности она выполняет. Уважают Нину Петровну и коллеги, с которыми у нее за годы совместной работы сложились самые что ни на есть дружеские отношения. Человек добросовестный, порядочные, очень контактные. Ее любят не только мамы ухаживающих за своими детками. Ее даже дети обожают. Вот своей добротой, своим вниманием. То, что каждая мама может подойти к ней, попросить что-то. Она никогда никому не отказывает. Сама же Нина Петровна считает, что в ее труде нет особого подвига. Но можно однозначно сказать, что многие благодарные пациенты уверены в обратном. Мадина Лайпанова, Заур Лиев, Архыз 24.